Безопасность – одно из ключевых правил хорошего отдыха. В зимний период снежные горки – одно из наиболее популярных развлечений у народа. Нередко выбор падает на стихийные горки во оврагах. В Сергиевске эту роль выполняет спуск во овраге долгий. Но помимо приятных впечатлений, он несет неприятные сюрпризы в виде травм и ушибов. Дело в том, что склон довольно крутой и буквально усыпан трамплинами. Попасть после него в больницу не составит труда. Да, горка установлена. Вот не успели мы ее в сильные морозы залить водой, но это проблема. Ну, подливаться она будет, то есть, ну, в любом случае, она уже накатана. То есть, горка здесь. Более безопасен в этом отношении спуск в Суходоле на улице Самарской. Однако отсутствие освещения тоже немаловажно. Центральные населенные пункты района обеспечены качественными горками. В центре Сургута, Сергиевска и Суходола стоят деревянные конструкции, невысокие и безопасные. А вообще, как бы, вот там, где есть уже традиционные нормальные по оврагам у нас, где делают сами население, ну, там кипит своя жизнь, там дети катаются, там определенные такие вот интересные моменты есть. Если они не опасные, то вот это у нас в северной части Сергиевска, вот по Николаю Краснову, там во овражке есть горочка неплохая. Но овраг долгий и очень опасный, то есть много трав получают люди, мы стараемся выезжать, проводить беседы и прочее, но не всегда это удается достигать эффекта. Особой популярностью пользуется горка на улице Георгиевской в Суходоле. Она появилась в прошлом году силами местных жителей. Теперь это место привлекает не только детей, но и взрослых. Спуск по ней способен каждому подарить острые ощущения. Место освещенное, рядом есть парковка, поэтому жизнь здесь кипит и днем, и ночью. Валентина Поликарпова, Александр Жуков. Служба новостей телеканала «Радуга-3».